Всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике я вам расскажу, что сегодня обновилось в CS GO. Как вы, наверное, уже знаете или пробовали. Ну, короче, вы должны были знать, если вы читер. В общем, сегодня Valve отключила полностью все читы. Я не знаю, будут ли они работать вообще, но не работает ни один чит. То есть все читы, которые работали, то есть AIM, VH, B-Hop, TriggerBot, KniveBot, ну там разные читы, которые есть на эту игру. В общем, нету теперь даже читов на скины, все отключили. В общем, я не знаю, что это, или это будет что-то обновляться, но теперь не работает ни один чит. И какой-то один человек даже мне написал то, что его забанили. То есть, вообще забанили за читы. Я не знаю, что это, но читы не работают теперь вообще никакие. И хотя я уже не играю с читами, но все равно это как-то неправильно. То есть, все читы, которые работали, уже сейчас не работают. Если вы что-то об этом знаете, обязательно напишите об этом в комментарии. То есть, если там у меня были какие-то читы на стрельбу, на что-то еще, теперь этого всего нету. А все читы, которые были в интернете, которые можно было скачать, их теперь тоже нету. Это как-то реально странно. Такого раньше точно не было. Ну, точнее, как? Ну, такое было иногда, когда там что-то, читы не работали. Но чтобы их вообще отключили, я не знаю, такого не было никогда. В общем, проверьте, если у вас есть читы, то проверьте. У меня они не работают, у некоторых людей тоже не работают, и просто я не знаю что. Или какое-то обновление такое Counter-Strike произошло, которое просто отключило все читы. Ну, я сделаю название видео такое, что Valve отключила все читы в CS GO. Это реально, ни один чит не работает. Охренеть, просто. Как же вообще люди будут играть без читов? Ведь половина игроков CS, ну, особенно школьники, играют с читами в Counter-Strike. Ну, теперь, видимо, нет. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас.